achieved with CryEngine 3. Это Клэр, региональный командир Нью-Йорка. Она не солдат, большую часть командиров мы потеряли, но она отлично справляется. А теперь ты, значит, готов подчиняться? Ты знаешь, на этот раз все по-другому. А, черт, она заставила меня поклясться, что я никому не скажу. Формально я же держу слово, так? Ошибка от системы. Гляни, прямо из шкуродерни. Экспериментальные нанотехнологии. Обнаружена модернизация нанокостюма. Немедленная интеграция. Перезагрузка костюма. Ну, надеюсь, оно того стоит. Максимум защиты. Нановизор включен. Ну вот и он, купол свободы. Здоровенная потная подмышка. В костюме незаметно, но припекает тут как острейшая карие. Максимум защиты. Многое изменилось. Вот как все начиналось. Люди шли в Cell ради дешевой энергии. Cell генерировали ее бесплатно, а это вне конкуренции. Скоро они стали монополией, и счета начали расти. У людей не осталось ничего, кроме долгов. Cell выгнала их из домов и загнала в добровольческие лагеря. Это было рабство. Скопировали сектора 1. Осторожно, минное поле. Сэл использует хитрые штуки. Взрыв только при появлении неавторизированных объектов. То есть нас. Проверь нановизор. Используй костюм, чтобы подключиться к минам. Отключи их.
Это один из вариантов. Этого должно быть достаточно. Пойдем. Внимание! Система снижения засекла в секторе 1 Дельта 4. В чем дело? Ничего, просто скачок напряжения. Прошло. Сканирование сектора 1 Дельта Сити. Помощь нужна? Просто. Скот. Не высовывайся. Ты как? Ничего нет. Вот, знак смерти. Если оно тебя заметит, тебе конец. Назад! Давай назад! Чтобы они не нашли, сейчас она мертва. Далеко до 34-й стрит? Пара километров. Сначала нужно обойти огневой мешок. Приближаются. Нет времени идти в обход. Радиус поражения и скорость огня в пределах допустимого. Прорвемся здесь. Слышали, сволочи? Да я вас всех порву, да? Идите сюда! Я вас убью! Ты двинулся крышей? Эти стволы тебя разорвут. А, картинка сложилась? Они отобрали мой нанокостюм, пророк. Человек? Я человек! Знаешь, что я принес в жертву, чтобы остановить Сэмов? Как мне это вернуть? О, черт. Итак, каков твой план? Поддержка. Опознание и уничтожение целей. Разведка. Все самое веселое тебе. Ты не тот псих, которого я знал. Все меняется. Значит так. Я буду называть локации, которые вижу. Например, это в секторе 1 Дельта 0. Это потенциальные локации для запаса оружия. Башня 3 Дельта 3 – наша основная цель. Как только доберешься, мы вырубим этого ублюдка. Сектор 1, Дельта 3. Нормально. Вот. Сектор 1, Дельта 0. Сектор 1, Дельта 2. Что-то вижу. Тихо, тихо, и не лезь под башню. Я думал, это ежу, понятно. Значит так. Я буду называть локации, которые вижу. Например, это в секторе 1 Дельта 0. Это потенциальные локации для запаса оружия. Башня 3 Дельта 3 – наша основная цель. Мы вырубим этого ублюдка. Сектор 1 Дельта 3. Нормально. Вот. Сектор 1 Дельта 0. Сектор 1, Дельта 2. Что-то вижу. Это все. 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 Это все.
здесь никого. Приоритет сектору 1, Дельта 6. Сильный противник. Предлагаю немедленно выдвигаться. Внимание! Высотная защитная башня 3 Дельта 3 выведена из строя. Силам реагирования немедленно прибыть в данный сектор. Сообщите, где находитесь. Надо объединиться. Вас понял. Большую территорию. Опробую их на том озере. Протокол безопасности выполняется. Будьте внимательней! Он перешел!
невидимый режим! Сектор заблокирован. Внимание! Сброс оружия СЭЛ рядом с вами. Потерпи, я почти на месте! Ты знаешь, это важно. О тебе и о костюме много говорят. Инопланетные модификации, эти видения. Люди даже не уверены, что или кто ты теперь такой. Во что ты веришь? Я здесь, так? Окей, давайте потише. Мы приближаемся к патрулям, сэр. Не шуми, гидрит, твою голову. Нужно обойти. Okay.
прятаться вечно, пророк! Я прикрою тебя, пророк! Думаю, они нас услышали. Что тут произошло, мать вашу? Проверь черные ящики, узнай, как они погибли. Я пойду наверх, посмотрю, что происходит.
псих. Я видел. Да, я знаю. Охотники. Можешь не говорить. Это не по плану. Цефы, которых я видел, действовали нескоординированно, хаотично, безо всякой стратегии. Как я и сказал, просто бродяги, вылезшие из нор, потому что мы взорвали башню Сел. Наверное, ты прав. Они ведут себя как животные. Никакого коллективного разума. Так где Альфа-Цеф? Оставь. Я окружен Сел и бродягами. Пройди через моторную, встретимся наверху.